Всем здарова-здарова, с вами Тобустери, и это обзор моего мотора. Нет, не полностью мотоцикла, а мотора. Точнее, 164 FML, 197 кубиков, 12,5 лошадиных сил. Я думал изначально, когда купил этот мотоцикл на 200-кубовом моторе, что это будет как Альфа-110, ну реально слабенький. Для меня было удивление. До этого у меня был 167 мотор на Irbis TTR-250R, его уже поставили нештатно. А это 200-кубовый. Конечно, тут колесики поменьше, чем на ТТР полноразмерном. Но все же, скажу одно. Этот мотор на низах просто тракторная тяга. При своих 12 лошадиных сил он тянет двоих человек весом 150 кг. С Трагиус я, бывает, даже по приколу с четвертой. И он хорошо тянет и не глохнет. Это его первый плюс. Это большая тяга. Расход топлива на этом моторе примерно тот же, как и на 165, 166, 167 моторе, 250 кубов. Точнее, там 223 кубика, а не 250, как пишут вам многие. Мотор очень долговечен. Его ставят на очень разную технику. Чаще всего на дорожников китайских. Это Stealth Flame 200 и многие-многие другие. До этого мотора у меня был 163 FML. Это 164 FML. 163, скажу вам, чуть-чуть похуже тянет. И едет, и по ресурсу, как говорят, что 163 едет хуже. Этот едет чуточку получше. Карбюратор здесь стоит PZ30. Я думаю, для этого мотора его слишком дохрена. Его поставили, скорее всего, точно нештатно. PZ27 просто идеально было бы. Но я настроил этот PZ30, и он также работает идеально. На этом моторе, я думаю, проехали 1020-25, так точно. Потому что по мотоциклу вы сами видите. И то, вид был намного хуже, чем сейчас вы видите на экране. По ездовым характеристикам. Да, максималка меньше, чем у того же 165, 166, 167 мотора. Но тяга снизов плюс-минус одинаково. Расход тоже плюс-минус одинаково. Я думал, что вот эти 23 кубика, вот если сравнить вот этот мотор, и тоже 165-166, 23 там 27 кубов разницы, и этот кушать будет поменьше расход топлива. Ни хрена подобного. Кушают, расход у них одинаковый. Если вы ездите везде, это вот гравийка, горы, все такое, у вас расход на сотку будет около 6,5-7 литров. Если расход по трассе, то около 4-4,5 литра при скорости в 60 км в час. Подытожить могу одним, что мотор, тракторная тяга, очень ресурсный, примерно как те же моторы 250-ки. А с вами был Мотобустер, всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.